В этой короткой инструкции мы продемонстрируем, как совершать транзакции со сплит-токенами. Обратите внимание, что для получения транзакции на балансе вашего кошелька должны быть коины Smart. Откройте ваш кошелек. На главном экране найдите Split и нажмите на него. Для того, чтобы отправить токены, нажмите на кнопку Send. Укажите адрес кошелька, на который вы хотите отправить токены, и сумму транзакции. Подтвердите действие. Откроется экран с сообщением, что транзакция была успешно совершена. Чтобы получить сплит-токены, нажмите на кнопку Receive. На открывшемся экране вы увидите адрес вашего кошелька, который вы можете скопировать, а также адрес в виде QR-кода. Скопировать адрес и QR-код можно, просто нажав на них. Вы также можете сразу прописать количество токенов, которые хотите получить, и отправить QR-код человеку, от которого хотите получить транзакцию. Когда пользователь отсканирует QR-код, у него на экране сразу же отразится сумма, которую вы запросили. Мы также напоминаем, что любая исходящая транзакция сплит-токенов, даже если это один сплит из тысячи, обнуляет возраст всех токенов. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в поддержку, и мы с радостью вам поможем. Желаем вам успешной работы!